Ваня, просто меня это... Я переоделась. О, переоделся. Ну, значит, на заводчане называю. У меня здесь небольшая вписка была вчера. Ты не обращай внимания, ладно? Это вообще квартира брата, поэтому здесь пиздец. А я здесь просто тусуюсь. Так что не обращай внимания. Все нормально, да, будет? Все будет заебись. Можешь не переживать. Я говорю, это квартира брата, а здесь... Все обычно нормально. Что купил? А? Что купил? Что у было? Три гаража. Три гаража, нифига. Это то, что мне нужно. Вообще я Эссу люблю. М? Эссу люблю. Або Эсса. А ты гараж? А? А ты гараж? Да, сказал гараж. Я тебе спросил гараж, сразу... Ну, я больше Эссу, ну ладно, если так. Давай еще свой магазин, чего возьмем? Ну, попозже давай. Попозже прогуляемся как раз, да? Да. А ты здесь был уже? Нет. Можно покурить где-нибудь вообще? Ну, на балконе. Ты на балкон покурил? Куришь? Да не, не курю, не переношу запах сюда, нет. Хотя здесь все накурено. Я пока побухаю. А то я переживаю, ты такой красивый. Просто у меня спортивки, у Фети еще спортивки. Нет, тут можно покурить. Да, на балкон. Только давай быстрее, а то я уже скучала. Алиса. Алиса. Да, слушаю. Включи АК-47. Включаю АК-47. Моя любимая Осторожно. Песня. Детям лучше этого не слышать. Алиса, потише. Вот и так быстро. Я говорю, это подруги ты дома была, да? А? Дома была, да? Да. Я подруги был. Подруга дома. Везде бываю сегодня. Все собрали. Вот. Мне тут уже началась сегодня. Я сейчас думаю, что здесь когда он уезжает. Вот. Давайте встречу. Я не местный. Вообще. Я сейчас поселка. С поселка? Какого? Сибирского района. Поселок Шибойгород. Я не знаю. Я не была в поселке. Знаешь, город Тихий? Нет. Вообще не знаю. Нет, одно место меня привезешь в поселок. Я просто никогда не была, хочу поболтать. Вот. Алиса, выключи. Тебе нравится эта песня? Конечно. Мне все нравится. Это я просто фанатка вот этого всего. АК-47, спортивки. Ну, ты уже понял, что фетиш там на спортивке, на завод. Вот, поэтому ты сегодня здесь. Ну, я переживаю. Что ты переживаешь? У меня просто не часто встреча. Здесь я даже в глаза не могу смотреть. Вот. Может, что расскажешь? Ну да, чтобы подтолкнуть разговор. Увлекаюсь рыбалкой. А ты верил, что это я, ну, типа? Да. Что мне так понравилось? Да, верил. Просто многие там не верили. Вот, мне парня из этого не найти. Не ебашишь наркоту? Нет, я против. Вот честно, да? Честно. Честно? Честно. А что, похоже?
Ну, фиг знает, не скажешь. У некоторых людей ебашат. Там все ебашат в этих беседах. Там все в этих беседах ебашат. Не, я против вообще такого. Не особо люблю таких людей. Я лучше вот алкоголь. Агаша, ты не куришь? Нет. Не куришь? Нет. Я лучше вот Балтику там выпью. Вот. Сколько тебе вообще лет? 24. 24 года? Да ну нафиг 24 года. Я думал, тебе меньше. По фоткам вообще меньше, это тебе чисто 2, честно. А в жизни? 17, да, где-то? Да. Лет 18, эти 2, не больше. Я думал, такая ты студентка. Какая студентка? Я по подпискам хожу. Вот. Вписки, алкоголь, Девяткино. Тебе нравятся такие? Вот, конечно, нравится. Да нет, благодаря хоть по впискам, да. Я просто такая девочка. Я первый раз вот так приехал. Я вообще сначала не верил. А потом только понял, что он вроде правда, когда тебе написал, что я в метро. Да мне просто сегодня одиноко, вот, и я так решила выпить не с кем. Вот. У тебя вообще вариант был до утра перекантоваться? Чтобы мне вообще не ехать никуда. Ну, посмотрим. Я даже сейчас пообщаемся, может быть, я даже на полу лягу. Мне еще полу, мне просто надо до утра перекантоваться до 9. Ты не боишься, у тебя маньячка выходит. Не, мне ничего бояться. Вот, видел кумничку. Модель? Да. Я там и снимаюсь. Иногда. Только для нищих. Порнхаб для нищих. А в другой не зовут. Блин, чего так Балтик и пахнет? А вообще у меня коронавирус. Да ладно. Да. А я не боюсь коронавируса. Да, боюсь. Ну, я уже переболел. Да, оставайся. Не, вот ты коронавирус все. Да. Не похоже. Ну, я твою Балтику сейчас чую. А что ты думаешь про грибы? Грибы есть? Давай грибов поедим. А? Давай грибов-то поедим. Грибов хочешь поесть? Да. А каких? Есть мухоморы, я сама собирала. Я вчера в лес гоняла. Не, грибы есть глюциногенные вообще? Какие? Сухие есть грибы? Ну, с леса, который я собираю, они все такие. Не, какие грибы-то у тебя есть? Покажи грибы-то. Ну, в холодильнике мухоморы. Зачем тебе мухоморы? Я тебя угостить хотела. Мухоморы? От них же не прет. Ну, а те, что я собираю, ну, наугад, то это прет. Покажи, грибы-то я купил. Давай сейчас выпьем. Это кто? Не знаю, может, соседи. Потому что я музыку сегодня включала, когда тебя ждала, музыку включала. Мы уже разговариваем тихонько, мы же с никакой вписки нет, но мы же тихо сидим. Жалобы от соседей происходят сейчас. Я только приехал, я не знаю, жалобы, не жалобы. Вы не жили в квартире? Нет. Гражданка, что происходит у вас? Я здесь тоже не живу, вчера была вписка, но я здесь не была. Давно проживаете в квартире? Здесь вот брат. Здесь была вчера. А? Вы брат? Не, какой брат? Я вообще только приехал. Это мой парень. Не брат. Я вообще же только приехал вообще. Мы сюда. Не, сейчас будет. Сейчас тихо будет, сейчас ничего шумного не будет. Ну, вчера жаловались в России. Ну я не знаю, что вчера было, но у меня не было. Вчера был день рождения. А сегодня мы будем здесь парни. Приехали? Пиво. Пили с вами? Пили.
Я сейчас приезжаю, после работы приеду. У вас что с глазами? Линза. Подойдите поближе, у нас это можно? А удостоверение можно? Я показал на входе. Я видела. Видели удостоверение, да? Я уже показал удостоверение. Это линза. У меня линза, я тебе отвечаю. Мне не веришь? Это линза. Зачем делать? Что за бардак? Почему так вообще? Вчера был день рождения, вот, и вчера вот и моему брату надо звонить. Что такое? Я могу номер дать. Что это такое? Где? Покажите, пожалуйста, что это такое. Где именно? Вот это что за пакетик у вас? Я не знаю, тут Мутнад живет. Тут все мужские вещи. Покажите, что это. Нет, вот так не покажите, не давайте мне в руки. Положите сюда на стол, что это? Ежовик гребенчатый. Это звоните. Это мое имя, подождите. Я тебе случайно там брат сюда пустил, да? Мне страшно. Я только первый раз оказываюсь в ситуации. Вы проводили задержание? Да, да. Рассказывайте. Так, гражданочка, присядьте, пожалуйста, это ваше? Нет, это брата. Я до самого стиля справа кармана. Больше не передавай руки на уровень глаз, покажу вам его. Теперь можно, пожалуйста, на основании закона о госслужбе 14.2 ваше удостоверение видите? Я показал уже удостоверение гражданки. Вы кто, скажите, представьтесь? Адвокат. Кого? Артем Гудманов. Адвокат кого? Юрист. Адвокат кого? Удостоверение, закон о госслужбе 14.2. Я уже показал удостоверение. Мне удостоверение можно увидеть ваше? Сколько было задержано? Что? Задержано, сколько было, говорю? 22:30 было время. Хорошо, сейчас есть. Удостоверение, пожалуйста, ваше. Это вы, наверное, к брату пришли, не ко мне. Сэр? Да. Что это? Все? Есть вопрос? Присядьте, гражданочка, пожалуйста. Это не удостоверение? Удостоверение. Министерство обороны Федерации написано. Удостоверение? Вот это получается. Вот так. Не знаю. Вы меня не получали? Как не удостоверение? Чьи это грибы? Это, грибы чьи? Это не грибы. Не трогайте руками, во-первых. Грибы какой чьи? Был задержан? Это брат. Какой брат? Сэр, мне мало грибы. Времени, я с вами тут не буду сюкаться. Сколько? Какой статье был задержан гражданка? 228, сейчас первая. Какая 228? Покажите ваше еще раз, кто вы, адвокат? Юрист. Зачем вам? Вы мне не показали ничего. На основании какой статьи? Что, еще раз. Как на основании какой статьи? Так, ладно, гражданочка, давайте, встаньте, пожалуйста. Нет, руками не трогайте. Стеночки, встаньте, пожалуйста. Какой статье был задержан? Стеночки, встаньте, пожалуйста. Стеночки, встаньте, пожалуйста. А что вообще происходит? Стеночки, встаньте. Я не юрист. О, а что случилось? Вы задерживаете ее, видите? Нет, что случилось? Руки на стену. Так, пожалуйста, руками не трогайте клиента. Я так не могу. Руками не трогайте моего клиента. Исковое заявление будет составлено на вас. 15.1. Мне надо брату позвонить. Решение нужны полномочий. Удостоверение, пожалуйста, ваше. Можно увидеть? Я вам показал удостоверение. Удостоверение остановить. Я вам показал удостоверение. Я вам показал удостоверение. Вы я нет. Показал это старая Самговская. Алло. Ну и что? Ну ты вы в мэрии получали оно уже, нет? Действующее. Не действующее, оно нифига. Действующее. Удостоверение действующее. В общем, закон задержания было заведомо уже. Грибы чьи? Грибы чьи? Какие грибы? Пусть статью инкриминируется. Жалоба на квартиру уже два дня поступает. Жалоба на квартиру поступает два дня. Вы слышите? Меня, сэр. Кто вы вообще? Почему вы обращаетесь ко мне, сэр? Сэр. Какой статье была задержана? Товарищ майор ко мне, пожалуйста. Майор Пуляй. Какой статье была задержана, говорю, сэр? 228, часть 1. 228, 5.1. 228, часть 1. Вы неправильно статью инкриминировали, сэр. Так, гражданка, конфиденциальная беседа будет с вами? Со мной будете разговаривать о конфиденциальной? Так, прошу удалиться. Какая конфиденциальная беседа? Я сообщу о конфиденциальной беседе. Документы на квартиру, кто собственник, пожалуйста, предоставьте. Сэр, конфиденциальная беседа, выйдите, пожалуйста. Сюда. Выйдите, пожалуйста, 5 минут, конфиденциальная беседа у нас сейчас будет. Я сообщу в рацию департамента. У вас 5 минут, я на подмогу, мне все равно. В рацию департамента сообщу. Что вы говорите? Я сообщу, не заходите сюда, в рацию департамента сообщу. Я сейчас говорю, у вас 5 минут. Сэр. Напоминаю, что соседи, если так жалуются, основание для освобождения будет, если вы сюда зайдете. Ты сюда постоянно
Вывести, пожалуйста. Дня, адвокатишка, что? Два дня подряд жалуются соседи. Я правда говорю, что вы сюда постоянно ходите. Ну вот, пожалуйста. Я вызвал покупку. Два дня подряд жалуются соседи. 1-1 с ПКО, впитывайте. Здравствуйте, уважаемые игроки, сейчас адреса сервера заведем. Да, поэтому, пожалуйста, пройдите. У вас есть ровно 3 минуты, чтобы сейчас покинуть данный сервер, потому что сейчас будет... Я официальная беседа с уважаемым Боги. Зачем вы звали? Скажите, пожалуйста, мы сейчас происходит, если не ошибаюсь, субъект задержания, правильно я имею в виду? При субъекте задержания. У вас откаты записаны? Все верно, будьте камеры. Почему сейчас жалоба нам пришла, то, что мы сейчас должны... Да он нарушает. На сайт, на форум, пожалуйста, заявочку оформляйте. Офицер без удостоверения работает, 1-1 с ПГО, откидывайте его, ладно. Форум, заявка на форум, ну, после чего напишу. Будет разведана все администрация. Вы мешаете репроцессу, алло, выйдите отсюда. У вас номер РПНИК. У вас нет номер РПНИК. Вы мешаете репроцессу, господа. Я забаниваю вас за 30 дней за номер РПНИК и нарушение правил сервера. Если не ошибаюсь, 13.4, потому что была сейчас совершена ошибка. Стоп. Дайте доиграть нам по процессу, алло. В течение 5 минут... Будет произведен рестарт сервера. Вам надо покинуть в течение 2 минут. После рестарта сервера произвести данные. Дайте нам доиграть по процессу, ребята, уважаемые. РП процесс доигран не будет, потому что сейчас будет перезапуск сервера. Будет через 5 минут. Сервера. Ну с чего рестарт, алло? Потому что у нас сейчас наружные сервера, нам надо сделать техническое обслуживание. Техническая работа. Ваш ID. Статик? Да. 127-809. Заявка на форум. Артем Гудманов. ДМ. Лицензия ГЛС. Понял, ДМ. Что? За что ДМ-то? Все, я вас... Нон-РП-драйв. 27 дней, все, отправил. Нон-РП-драйв. Послушайте сюда, вот, пожалуйста, сосед ваш заявитель, по которому я приехал. Пройдите сюда. У меня сейчас брат через 20 минут. Два дня подряд происходит жалоба. Можете, пожалуйста, принять молчание, потому что сейчас будет перезапуск. Да нет, блядь, меня заебал откидывать нахуй этот типок. Кто? Который, блядь, постоянно в госпитале сидит. Откаты есть? Есть. Заявка на форум, мы на медиа, разберемся в течение 3 дней. А? У нас РТ процесс, уважаемые медиа. Я понял. Ты хочешь медики лишить или что? Нет, почему? Потому что лишишь, что я тебе говорю. Че ты, блядь, ты кто? Я адвокат, я отыгрываю процессор. Напоминаю, что... Я... двигаться, блядь, админы ебаные, блядь. Сейчас будет рестарт сервера, через 5 минут можете выйти из своих аккаунтов. Откидывайте, блядь, он мне хуярит, блядь. Он мне запретки хуярит. Ты видишь, над головой ник красная администрация. Нет у тебя роднейма, у него нет роднейма. Забань его, нон РП драйв. А, да, нон РП драйв, я стою на месте. Хорошо, откат на форум, ёпта, получается 2 дня от кисончика, ёпта. Что, в течение 3 дня заявку на форум одного, что... Я медиа, мне похуй. Я здесь останусь, блядь. Оба. За оскорбление администрации. А, за 30 дней. А вы ещё мать оскорбили. Я вас забанил. Да, 30 дней, выходим из сервера. Выходим из сервера. Для того, чтобы сейчас была корректная ситуация, если вы не хотите, чтобы ваши вещи пропали, пожалуйста, покиньте сервер в течение 2 минут. Вы хелпер? Хелпер. Ну и валите отсюда. Йоза. Валите, хелпер. Да выйдите, мне сейчас брат приедет. Через 20 минут. РП процесс отыгрывать дальше. Вы кто, Ник? Сэр. Уик. Покиньте помещение. РП процесс продолжается. Покиньте его, срочно. Вы что тут разыгрываете, ребята? Ты совсем грибы принес? Я объявляю о начале конфиденциальной беседы. Время 22:37. У нас есть 10 минут. Покиньте помещение, пожалуйста. Давай, адвокатишка, работай, на. Зачем мне ваша кепка? Надень фуражечку и говорю тебе. Положите ее куда-нибудь. Давай, 5 минут, время пошло. Ну что, рассказывайте, за что? Все уйти, у меня брат приедет через 20 минут. Да. Замечательно, зачем вызывали меня сюда? Я не вызывала, он какой сосед был задержан? Он постоянно сюда ходит. По 13-1? Я не шарю, то есть. Свыше 3 грамм там было? Да. Скажите, пожалуйста, какие права ваши были нарушены? Может, что тут происходит? Зачем это все из брата. Какой брат? Это может, все... вам не давали поесть? Мне объясни, что происходит тут. Это все от брата. Как от брата? Я знаешь, что отсюда вижу? Не, вот честно, я вижу отсюда цирк. Я тут цирк полный вижу сейчас. Опа, все. Да потому что это правда. Я просто звонок сделал. КБ нарушен, до свидания, основание освобождения, на основании статьи 19. Статья 19 процессуального кодекса нарушена конфиденциальная беседа. Выйдите, пожалуйста. Выйдите отсюда, говорю. Все, освобождайте. Это брат, это брат. Ой, адвокат курил. Что вы тут вообще происходит? Давай. 19 процессуального кодекса. Он нарушил конфиденциальную беседу. До свидания. Беседу нарушил. Процессуального кодекса. Ты мне зачитываешь права американские. Что ты чего? Какие американские? Ты что, фильмов пересмотрел? Вы мне мешаете с парнем сидеть. Все.
КБ нарушено. Давай, присядь, успокойся. КБ нарушено. Освобождаем. Освобождаем гражданку. Говорю еще раз. Она свободна. Хорошо, все. Еще раз удостоверение. Квартиру никто не покидает. Удостоверение, пожалуйста, ваше можно. Я не буду тебе ничего показывать. Ты мыльный какой-то, я не понимаю, что. На основании статьи 14.1. Нет, статья 14.1 о чем гласит? Это брак. Закон о госслужбе. Какой брак? При чем тут госслужба? Удостоверение срочно вашим. Это на уровне брак. Я же вам показал, вот мое удостоверение уже, вы уже видели его. А где же звезда? Еще раз запомню. Где же звезда на правом плече и номер? Тем более. Вот на этом, на груди. А я вот могу назвать номер на груди? Номер на груди? Да. Опа. Сэр, вы получали бейджик удостоверения где-нибудь? Давай я сейчас пробью тебя. Пробейте, конечно. Точно. Нарушение устава, уважаемый сэр. Что? Нарушение устава полиции. Это хуйня все. Как хуйня? Пробивайте, уважаемые граждане. Как хуйня? Фиксируйте вообще правонарушение его. Сейчас нарушение устава. Уже все зафиксировано, подождите, все зафиксировано. Вы мне проблемы не создавайте, сейчас брат приедет. Какие проблемы, граждане? Сейчас брат приедет, вы ему создавайте проблемы, не спарно мешаете. Сэр, освобождайте ее. Она свободна пока что. Что тут? Все, вас освободили. Что тут еще происходит? 3 грамма грибов. Вот, столько, какое 3 грамма? Где пакетик? Я говорю, задержание уже было заведено незаконным, у вас нет удостоверения, ничего нет. Покиньте, пожалуйста, включение. Все, я ухожу отсюда. Снимайте с нее розыск, все, я уйду. Вы будете пользоваться услугами адвоката? Да, разумеется. Это моего брата. Да у вас спрашивают, товарищ адвокат, вы что? Что? Это моего брата адвокат. Я здесь вообще не... Задержание незаконно было, сэр. Вы от меня сейчас что хотите? Иск вас заменит? Да. То есть... Вас... Подавайте иск. А где улики? Все, давайте. Всем квартиры угоняйте. Все, розы снимайте, я ухожу отсюда. Да, все. Пусть все пошли. Ксения тоже будет уходить. Да? Да. Все, снимайте розыск, мы пойдем. Эх. Ксения, розыск вас снят. Давайте. Покидаем. Меня сейчас брат. Покидаем помещение. Но вы знаете. 185-155-31, звоните мне. 8-254. Послушайте, гражданчик. 254-20-20-02. А вы чему-то навязываете? Я не навязываю, я всего лишь консультирую. Кого? Свои услуги. А ничего, что это вообще? Сэр, вы не подкованы ни в чем, я могу расставить. Почему, а есть лазер салфет, Питя? Есть? Нет. У вас есть лазер салфет? А что это такое? Да покапить. А, срать хочешь? Реально нет? Что такое?